сквозь под мяч. Мандзюкич игрок высокого европейского класса, поэтому такие моменты, конечно, он должен щелкать как орешки. И вот в чем проблема Милана. Нестабильность игры. Смотрите, все было вроде хорошо, ничего такого опасного Ювентус в этой атаке не делал. Ну, пас в штрафной, ну, борьба, ну и что? И смотрите, какой провал в защите. Алекс то ли позицию потерял, линию потерял, в результате оказался на позиции либеро, говоря по старинке, глубже остальных защитников на пару метров к своим воротам. Никакого положения вне игры, чистый выход 1-1, но здесь все элементарно. Для Мандзюкича точно он кладет мяч в самый угол. Дети счастливы, а это самое главное. Ну, дети Милана были счастливы несколько минут назад, сейчас тебя порадуются. 1-1, и игра идет дальше.